Итак, они выбрали девушку, которая ради работы способна на все, абсолютно на все, на любые подвиги. Девушку, которая уронила российский кинопрокат в этом году. Девушку, которой повезло целоваться с Цыгановым и смеяться с Горбачевой. Итак, я приглашаю на эту сцену актрису и женщину года по версии «Гламур» Сашу Бортич. Упасть на ступеньках, как Дженнифер Лоуренс. Ну, хорошо, что у меня не получилось, наверное, платье короткое. Ой. Очень боюсь, честно, говорить глупостей, и вас так много. Спасибо большое, мне очень приятно. Я никогда такого ничего не получала. Это все благодаря фильму, про который вы все знаете, надеюсь, за который меня номинировали. Я худею, и я хочу в первую очередь, конечно же, сказать большое спасибо режиссеру, продюсерам, всем своим партнерам. Это, правда, очень важный фильм. Я еще в конце, наверное, скажу кое-что. Про свои личные благодарности. Я очень люблю своих родителей и хочу им сказать большое спасибо. А я знаю, что мама сейчас смотрит. Мам, я тебя очень люблю. И Андрей, который все время обижается, что я все время говорю про маму, я вас тоже люблю. У меня самые замечательные друзья на свете и близкие все мои люди. Мне очень повезло с ними. Спасибо всем, кто за меня голосовал, если вы были. В общем, блин, я не знаю, честно, что сказать, просто так классно. А я, наверное, как девчонка года, то... Так как это за такой фильм, я очень рада, что я посмотрела столько людей, и что это такая важная тема, потому что я сама была полной девчонкой, и меня обижали в школе, и в подростковом возрасте я ненавидела свой нос, лоб, уши и вообще очень много вещей. Но, блин, любите себя и не слушайте вообще никого, и делайте то, что вам нравится, это очень важно, и мы все, правда, особенные, и... Короче, правда, любить себя очень важно, независимо от того, там, что люди говорят вокруг. И даже если они вас не верят, они дурачки. Вот. Все, спасибо большое. Блин, Саш, короче, мы тебя поздравляем. Блин, извините, это потому что я нервничаю. Саша Бортич, женщина года, «Гламур 2018».